Петя наконец-то Семыч сидит и смотрит. Передай Анечке привет, Шанкре. Семушка, Семушка, скажи, я целый день не даю себя снимать. Аня, мы тебе дадим широкое развернутое интервью, как нелегко быть обаяшкой, соблазняшкой, няшкой и зарабатывать денежку. И кормить свой прайд. Да, Сёмыч? Как нелегко быть звездой. Сёмушке тоже расскажу. Скажи, что камеру сует постоянно. Да, Сёмушка? Зайчик, посмотри на Аню. Посмотри, няшненький момент. Зайчик такой, да? Она меня тут ловит уже 20-й раз. Хочет снять меня с сиамку, соблазняху. Да? То вкусняхи заработал всем. Целый месяц будет кормить Сёма своих братиков, сестричек, мам, пап. Да, вкусняшки все будут Сёма, и он будет делиться. Да, зай? Такой весь приличный. Такой прямо строгий Сёма. Всю няшность прятал сегодня, с закрытыми глазками сидел. Когда я камеру подставляла, да? Как ты меня задрала, убери, пожалуйста. Сёмыч, я тебя в нычку сфотографирую, да? Когда ты не будешь видеть, сдалека его можно снимать. Или когда он спит с открытыми глазками, да, Сёмчик? Сейчас мы будем вкусняшки кушать, играться сейчас будем. У нас тут тихий часик. Момент романтичный, мечтатель. А ну давай, на тебе мышу. Ты же бешеный кот на самом деле. Не. Сёмки, не? Сямушка, мой хороший зай. Их пугает камера, когда они видят перед собой этот предмет. Сёма! Сёмыч, ну не злись на меня, я хотела тебя снять. Сём, ну что ты такой строгий? Я-то его по-другому вижу, и все на меня сейчас как совята смотрят. Все, будем скоро играться, да? Все. Все. Ладно, не буду тебя мучить, потом еще словлю. Вот он, мой зайка. Ты мой зайка? Чего ты боишься за камеры? Ну, этот еще телефоны не терпит, а черный, когда видели, сразу глаза прятали. Ксюм. Как тебе поднять мордашу, а? Все равно никто его так не видит, как я, когда он ко мне под сиську залазит и смотрит на меня своим честным-честным взглядом, правильные лапки складывает. И такой весь правильный, да? Такой весь самый сладкий мальчик-пирожочек. Да, Сём, да? Ты пирожочек-пирожочек, мамин, да? И такой весь ни разу не шкодивший, хотя самый шкодный. Да? Такой подлиза-подлиза. Еще так сядет, ляжет, поднимет глаза и скосит их, чтобы меня увидеть, сфокусироваться. И все, сердце растаяло.
Да, я знаю. Знаю, знаю ключики. Да, Сём? Ты знаешь ключики? Ты хитрый жук. Это ты сейчас делаешь вид, что ты обычный кот. Ты еще тут хитрун, да? Все, передавай Ане свои глазики. Давай. Покажи ей взгляд свой. Благодарный. Все. Хитрун.